Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Первого канала «След». Давайте попробуем еще раз. Вы были в душе. Дальше. Я зашел в комнату. Света около окна лежит. В крови. Я даже не сразу понял. Милицию вызвал. Как вы думаете, кто мог ее убить? Не знаю. Врагов у нее не было. Подождите меня на кухне. Так. Значит, вот так она стояла. А вот так вот пуля прилетела. Стреляли с улицы. Пуля осталась в теле. Выходное отверстие отсутствует. Я выйду, осмотрюсь. Сержант, проводи эксперта. В случае чего поможешь. Со мной можете не бояться. А вы всегда такая серьезная? Ага. А еще и не выспавшись, и злая. Слушайте, сержант, а почему в этой машине стекла разбиты? Стой! Встань сюда! Ничего себе! Эй, защитничка, ну-ка давай отсюда, метров на 30. Давай. Да не туда, туда. Слушаю, Тань. Еще один. Уже иду. Фролов Александр Сергеевич, владелец машины и убитый в одном лице. В левом плече пулевое отверстие и две пули в голове. Танечка, смотри, во двор можно въехать и с улицы, и между домами. Танечка, смотри, что тут у нас есть. Пистолет системы ПМ. Медицинский рецепт на имя Петровой Л.Е.
У убитого в кармане ключи от наручников. Странно. А вот ответ. Фролов работал частным детективом. Коллега, стало быть? Ой, как интересно. Это Круглов. Высылайте эвакуатор. Машину убитого отправляем в контору. Унюхал запах спирта, труп морги ожил, попросил 100 грамм на похмелку. Не смешно. Чем порадуешь, Валя? Смерть девушки наступила между 10 и 11 часами вечера от пули, попавшей прямо в сердце. Вот пуля. Это все? Пока да, сейчас займусь вторым трупом. Желательно не откладывая. Рогозина торопит. Два трупа, двойное расследование. Хорошо. Таня, это Антонова. Записывай. Смерть Фролова наступила между 10 и 11 часами вечера. Причина смерти – пулевое ранение в голову. Ну, вообще-то ранений было 3, 2 из них в голову, оба смертельные. Одна пуля обнаружена в плече. А выстрелы были сделаны где-то с 1,5 метра. Да, пулю можешь забрать. Ну что скажешь, Танечка? Галина Николаевна, и Светлана, и Фролова были убиты из пистолета ПМ, того самого с места преступления. Странное убийство. Между двумя выстрелами ничего общего, на первый взгляд. Кроме оружия. А может быть, ее убили как свидетеля? Надо на месте посмотреть, откуда стреляли. Если с одной и той же точки, значит, она стала невольным свидетелем. Точно. Ее могли заметить на фоне освещенного окна. Ну вот вы с Таней езжайте и выясняйте. А что с машиной Фролова? Там очень много пальчиков, которые просто не принадлежат убитому. На передней правой двери, на задней правой. На пассажирской? Да, мы пробили по базе, ничего. Что с косметичкой? Ну вот, проверяю. Сколько получилось между квартирой и машиной Фролова? 50 метров – это по прямой? Все готово, включаю. Я понял, начинаю дымить. Есть!
Теперь мы знаем, как ее убили. Преступник. Машина. Люк. Девушка. Пуля сквозь машину попадает в люк и рикошетит. То есть пуля, дура, влетает в окно, бац, и мы имеем еще один труп? Не была она свидетелем. Ее убили случайно. Убийца стрелял в детектива, это понятно. Николай Петрович, поехали к Фролову в офис. Поехали. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Юлия, секретарь Фролова? Да, это вы звонили. Мы звонили по поводу убийства вашего шефа. Мне уже сообщили. Нам необходимо осмотреть офис Фролова. Подождите, пожалуйста. У нее красивые ноги. У нее туфли хорошие. Высокие каблуки зрительно удлиняют ноги, Николай Петрович. А еще у нее перхоть. А это вы откуда узнали? Да так. Белые точки на спинке стула. Я знаю, что в этом телефоне есть автоответчик. Да, тут еще запись телефонных переговоров. Шеф часто пользовался. Давайте послушаем. Привет! Номер 1493. Что там с моей женой? Вы обещали ее фотографии с любовником. Когда я смогу получить их? Юль, что это за номер такой? 1493. Каждому клиенту присваивается номер. Когда он звонит, он не представляется и называет этот номер. Какой смысл? Конфиденциальность. На случай, если телефон прослушивается. По-моему, паранойя. Вы просто не знаете шефа. Ему работа заменила и семью, и общение. Он даже с женщинами встречался только по работе. Представляете? И вообще, что-то не похоже, чтобы этот клиент заботился о своей конфиденциальности. Давайте еще послушаем. Так, понятно. Звонки закончились. Юля, а где хранится дело клиентов? Вот здесь, в сейфе. Открыть можете? Нет, я не знаю код. Шеф всегда сам открывал. Ну как дела, медвежатник? Ух ты! Респект, профессор! Так, что тут у нас? Так, дело 1258. Данилин Роман, наркоман, стаж около 2 лет, сбежал из дома. Найти и доставить обратно, используя адекватные методы. Местонахождение установлено. Дело 1493. Заказчик Петров Максим Антонович, объект Петрова Лилия Евгеньевна. Петрова. Петрова Л.Е. Эта фамилия была на медицинской справке, которую мы нашли в косметичке на месте преступления. Я не понимаю, зачем Фролов хранил эти копии у себя? Решил подстраховаться. Ну или как, женщина нам понравилась. Шутите, товарищ профессор? Серьезен, как никогда, аспирант. Так, ладно. У нас появились первые подозреваемые. Юля, мы забираем все это. Давайте оформим изъятие. Вань, мы уже приехали. Что у тебя нового? Кровь на заднем сиденье машины Фролова и третья группа. Резус-фактор положительный, но это не кровь Фролова. Третью группу, говоришь? Так. В десятку, Ваня. У наркомана Данилина третья группа и положительный резус. А кто такой наркоман Данилин? Теперь это наш новый подозреваемый. Как ты думаешь,
Он не будет возражать против нашего к нему визита? Как вы оказались в машине Фролова? Да не знаю я никакого Фролова. Мне вечером какой-то барыга с хаты выдернул. Браслеты навесил. А потом Рэмбо долбанный в натуре машину затолкал. На. Ну, допустим, что дальше? А дальше? Дальше я же на хате догнался. А в Точиле вообще завял. Знаете что, Данилин? Мне это порядком надоело. Извольте разговаривать на нормальном русском языке. Я не буду ради вас специально вызывать сюда переводчика. Ну я это... Я отключился в машине у этого барыги. У мужика. А потом стрелять начали. А когда над духом такая пальба, тут даже мертвый проснется. Вы видели, кто стрелял? Я лежал лицом к задней спинке. А на затылке у меня глаз нету. Потом смотрю, весь мужик в кровище. Я думаю, надо валить отсюда, пока самого не пришили. Я весь на измене стал. Еле как дверь открыл. Потом к дороге вышел, а там уже и ротки нарисовались. Да. Товарищ майор, там к вам мужчина очень просится. Говорит, что хочет что-то передать. Здравствуйте. Вы у нас были сегодня. А, вы отец Романа Данилина? Да. Вы знаете, мы забыли вам вот это передать. Рома был в наручниках, когда мы увидели его на дороге. Я их ножовкой перепилил. И, разумеется, если нужно, я возмещу их стоимость. Не надо. Это наручники Фролова. Извините. До свидания. Простите, а Рому я могу сегодня забрать домой, а завтра, разумеется, я его привезу? Боюсь, что нет. Ваш сын подозревается в убийстве. И эту ночь он проведет у нас. Извините. Пойдемте, я вас провожу. Прошу. Коллеги, у меня есть к вам одно заявление. Майский занял 3-е место по управлению по рукопашному бою. А в полуфинале проиграл олимпийскому призеру по боксу. Собственно говоря, это к тому, что теперь переживать свой проигрыш Сережа будет в госпитале 2 недели. И какое-то время его с нами не будет. Ну ладно, давай теперь о деле. Валя, что у тебя? Судя по анализу крови, Данилин в момент убийства находился в состоянии наркотического опьянения. А что, если Данилин распилил наручники еще в машине, а отец просто покрывает его? Кстати, наручники именно распилены, а не перекушены. В таком случае в машине должна была остаться металлическая стружка. Но мы ее там не нашли. Да и как он мог их распилить при живом-то Фролове? Да еще и под героином. Кстати, на пистолете отсутствуют отпечатки пальцев Данилина. Да, получается, Данилин невиновен. Ну вот. Вместо поиска убийцы... Занимаемся оправданием наркомана. Ну, оправдание невинного человека не менее важная часть нашей работы. И хватит об этом. Думаю, нам пора навестить Читу Петровых. Да, Иван, а что там с блокнотом Фролова? Я не успел еще, Галина Николаевна. Сейчас займусь. Ладно, тогда все свободны. Галь, что там с Майским? Да делай его этот... Чемпион уфимский, как бог черепаха. Показывать Майского в таком состоянии людям нельзя. В общем, разозлил он этого чемпиона по-настоящему. Ух ты! В
блокноте Фролова обнаружен вдавленный след, оставленный предыдущей записью. Текст записи 12.11.U. При обыске на квартире мы с Таней обнаружили вот это. В конверте фотографии такие же, как мы нашли у детектива в офисе. Ну, там, где Петрова. А пятна на конверте? Похоже на кровь. И что сказала Петрова обо всем этом? Ничего не сказала. Сказала, первый раз видит. Ей уже не до того было, когда муж увидел, что на фотографиях. Кстати, он подтвердил, что договорился встретиться с Фроловым. Но встреча не состоялась, так как он был вынужден встретиться с партнерами по бизнесу. Общались они в ресторане с 9 до 11. Алиби проверяем. Пальцев Петровой на конверте в фотографиях, обнаруженных в ее комнате, нет. Есть лишь отпечатки пальцев Фролова. Вань, это перчатки Петровой. И в ней какой-то порошок. Поможешь? Попробую. Это не очень сложно. Я же не химик, а компьютерный гений. А между прочим, талантливый человек. Талантлив во всем. Ваня, ты помнишь, я тебе давала синюю нитку со сточной решетки? Ты ее посмотрел? Денька, дайте попить, а то так есть хочется, даже переночевать негде. Не успела еще нитку твою посмотреть. Что у тебя, Танечка? На перчатке я обнаружила следы сгоревших пороховых газов. Сейчас сравню с пистолетом, из которого был убит Фролов. Вот это да. Убийца стрелял в Фролова, надев на руку вот эту перчатку. Да, кстати. Пятно на конверте с фотографиями – это кровь. И принадлежит она тому же Фролову. Так. Выходит, всех убила Петрова. Я поехал, а то у нее еще муж остался. Я не знаю никакого Фролова. Я его в глаза не видела. На конверте с фотографиями из вашей спальни пятна его крови. А отпечатки ваших пальцев мы нашли в его машине. Вот, пожалуйста. Да. Я случайно услышала разговор мужа с каким-то сыщиком. Он договаривался о передаче моих фотографий, компрометирующих. Время и адрес я узнала в ежедневнике мужа. Я хотела выкупить фотографию Фролова. Пришла около 10 часов. Он был в машине. Я села. И вы же мне всю жизнь ломаете! Что вам еще нужно? Все, вали отсюда! Фотографию, ублюдок! Пошел вон, дура! На ваших перчатках мы обнаружили следы пороховых газов. Пистолеты, из которого убили Фролова. Какие газы? Мне подкинули перчатки, это же ясно! Не убивала я! Галина Николаевна, можно вас на секундочку? Что-то важное? Галина Николаевна, хотела вам кое-что показать. Это тальк. Откуда он взялся в перчатке? Лилия Евгеньевна, откуда в вашей перчатке тальк? Я не знаю. Я уже вообще ничего не знаю.
У меня аллергия на тальк. Угу. Хорошо. Это легко проверить с помощью элементарного анализа кожной пробы. Пройдемте со мной. Теперь нужно подождать 20 минут. Зачем Петрову убивать честного детектива? Решил отомстить за поруганную честь? Думаю, деньги. Муж Петрова состоятельный человек. В случае развода имущество делится пополам. Но если факт измены доказан, то Петрова может рассчитывать лишь на небольшие алименты. Убила детектива, забрала фотографии, все. Можно разводиться. А как дела обстоят с алиби самого Петрова? У Петрова как раз все в полном порядке. И партнеры, и официант подтвердили факт встречи. Ужин закончился около 11:30. Скользкий он какой-то, этот Максим Антонович. Да. Да, иду. Да, Коля. Знаешь что, посмотри это дело номер 1211 из блокнота Фролова. Ну так, на всякий случай, для очистки совести. А я к Антоновой, у нее кожная проба готова. Хорошо. Диаметр папы около 1,5 сантиметра. Ну и что из этого следует? Извините. Если бы Петрова надевала эту перчатку, то на кисти и запястье осталось бы яркое покраснение кожи с выраженным отеком. На руке покраснения нет. Следовательно, она не надевала перчатку как минимум несколько дней. Галина Николаевна. Таня, а не могла ли Петрова насыпать тальк в перчатку уже после выстрелов? Вряд ли. Тальк распределен равномерно по всей перчатке, и по запястью, и по пальцам. Так распределить тальк невозможно. Получается, что она не стреляла детектива. Получается, что так. Я приношу свои извинения, вы можете идти. Валя, проводи, пожалуйста, Лилию Евгеньевну. До свидания. Всего доброго. До свидания. Вот так. Не осталось подозреваемых. Есть какие-нибудь соображения? Слушаю. 1211 – это дело о неверности жены. Бизнесмен по фамилии Косенко заказал слежку за женой. Фролов добыл доказательства ее неверности. После чего супруги Косенко решили развестись. Постой, постой. Косенко, Косенко – это же очень известная фамилия в финансовых кругах. Помните Юлю, секретаршу Фролова? Она сделала копии фотографий и стала шантажировать неверную жену. Говорила, что передаст фотографии газету. Но жена бизнесмена опередила ее и рассказала обо всем самому Фролову. Ты знаешь, пора бы допросить эту Юлию, а заодно обыскать квартиру ее и Фролова. Помнишь, ты говорил, на спинке стула какие-то белые точки, похожие на перхоть? Вот мне кажется, что это не перхоть. Хорошо. Ты знаешь, а ведь получается, что Петрову явно подставили. Точно. Убийца сначала надел латексную перчатку с тальком, а уже потом кожаную перчатку Петровой. Обыски в офисе Фролова в вашем столе и на спинке вашего стула был найден тальк, идентичный тому, что мы нашли в перчатке убийцы. Вы хотите что-нибудь сказать?
Валя, есть какие-нибудь результаты? В содержимом биологического материала, изъятого из-под ногтей подозреваемой, обнаружен тальк, абсолютно идентичный тому, что найден в перчатке. Да что вы пристали с этим тальком? Я Фролову всегда покупала перчатки. Он ведь частный детектив, или вы забыли уже? А в перчатках всегда есть тальк. Юля, пройдемте со мной. Что, Вань? Ножки понравились? Не в этом дело. Посмотри. Это фрагменты кожи, найденные на водосточной решетке на месте преступления. Кожа очень хорошей выделки. Судя по дубильным веществам и краске, используется для производства очень дорогой обуви. Валь. Ты можешь мне, как женщина со вкусом, ответить? На Юле были дорогие туфли? Дорогие. Ваня, очень дорогие. Вот перчатки, в которых работал Фролов. Изъяты из его сейфа. Как видите, они без талька. Я думаю, что Фролов всегда сам покупал себе перчатки. Но в противном случае вы бы знали, что они бывают разными. Кстати, именно в таких профессиональных перчатках работают эксперты нашей службы. Да? Разрешите, Галина Николаевна? Да, Иван, что случилось? Мне очень понравились ваши туфельки. Позвольте рассмотреть их поближе. Это что, шутка такая? Если бы. Снимите, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Да-да. Разрешите? Входите, товарищ майор. А вы пользуетесь успехом. Во время обыска вашей квартиры мы обнаружили волосы и отпечатки пальцев Петрова Максима Антоновича. Это мужа Петровой? Именно. Вот распечатка результатов анализов. Что скажете, Юля? Какое вам до этого всего дело? Это моя личная жизнь. Отличные туфли. Да-да. Спасибо. Около месяца назад вы познакомились с Петровым. Он пришел в офис к Фролову, чтобы установить за женой слежку. И сразу же обратил внимание на такую эффектную девушку, как вы. Вы стали встречаться. Богатым, красивым мужчиной. Он говорил, что после того, как разведется с женой, тут же женится на вас. Вам не протоколы, а фантастические детективы писать нужно. Вы занимались шантажом клиентов Фролова. И когда он узнал об этом, то потребовал вернуть все деньги, полученные от клиентов, а также весь компромат, который вы украли у него. В противном случае он обещал засадить вас за решетку. Однако денег у вас уже нет. И вы придумали хитрый план, как избавиться от Фролова, а заодно подставить жену Петрова и занять ее место. Да? Можно. Входи, Иван. Галина Николаевна. Эти туфли оцарапаны на водосточную решетку на месте преступления. Девочка, которая пострадала от ваших рук, была вашей ровесницей. Кто это? Кто это? Я ее не убивала.
Одна из пуль пролетела мимо Фролова. Она попала в канализационный люк и срикошетила в девушку. Уведите! Руки! Все-таки нелеп этот мир устроен. Они будут жить, Фролова и Светлана уже не вернуть.